На чем мы с вами вчера остановились? Мы рассматривали систему управления, я просто не помню, как она выглядит. Есть у кого-нибудь другой вид этой системы? Вот R плюс Z не превосходит R. U между нулем и V, Z между нулем и T, U, V, Z и T взаимопростые числа. И потом появилось условие, и статистика дала сочетание, что U, V превосходит X. Число решения этой системы мы обозначали через M со звездочкой от R. Звездочка означает, что у нас присутствует это условие взаимной простоты. Если его отбросить, то получается M от R. И для M от R мы с вами доказали асимптотическую формулу. То, что M от R равно логарифму единицы плюс x, 2 на z на 2, r квадрат логарифм r, и остаточный член по большой этот квадрат. Так было, да? Проверьте, пожалуйста. И осталось вычислить m со звездочкой от r, чтобы решить сложную задачу. Какое значение было n? N, не n, а n, да? Извините. N это было, вообще, все количество. N. Здесь n, n и здесь n. Ну, давайте снова избавимся от условия взаимной простоты с помощью функции Медиуса. Сумма по нашим U, V, Z и T, которые удовлетворяют системе уравнений и на которые наложены условия взаимной простоты. И давайте как-нибудь эту сумму штрих я здесь поставлю. Этот штрих означает, что суммирование идет по решению этой системы. Что все требования, вот, за исключением условий взаимной простоты, выполнены. А чтобы учесть условия взаимной простоты, нужно под D1, делящий наибольший общий делитель по UV, суммировать минус D1 и под D2, делящий наибольший общий делитель ZT, суммировать минус от D2. Первая сумма будет равна единице только если наибольший общий делитель UV равен единице, а в всех остальных случаях 0. Ну, то же самое со второй суммой. Поэтому останутся только те слагаемые, для которых эти два наибольших общих делителя равны единице, все остальные зануляются. И точно так же, как мы с вами делали раньше, это суммирование по D1 и D2 нужно вывести наружу. Получится, что D2 за 1, T,
это D2, D3. И в этих новых изменениях в 1, 2, 1, Z1, Z1, что у нас будет за систему? Получится, что первое изменение почти не изменится. Множитель D1, D2 их можно перевести вправо. А в этих условиях просто произойдет сокращение. D1, D2. И здесь тоже произойдет сокращение. Поэтому получится ровно та система, которую, число решений, которое мы обозначали через n, и только вместо параметра r появится вот этот параметр r на D1, D2. То есть эта сумма. Синтетическая формула, которую мы делаем. Ведь теперь нужно сюда подставить для того, чтобы получить асимптотическую формулу для n-сандвилочек. Что же получится? Получится сумма. Мы не будем обращать внимание на эти функции Мебиуса. Если мы суммируем по D1 и D2, то R квадрат делит на D1 квадрат D2 квадрат. По D1 и D2 мы имеем дело с абсолютно сходящимися рядами, сумма которых есть единица. Поэтому при суммировании этого остаточного члена мы получим большой R квадрат. Только наличием логарифма в числителе, логарифма D1, плюс логарифма D2. Эти логарифмы никак на сходимость ряда не влияют, поэтому эти D1 и D2, которые здесь стоят, они точно так же при суммировании дадут величину, которую можно оценить как у большого R квадрата. А если мы теперь все остальное вынесем, размер суммы, все, что можно вынести, R квадрат можно вынести, логарифм R можно вынести. Тогда
да, под знаком суммы останется сумма по D1, D2, меньше D1, минус D1, минус D1 квадрат, или минус D2, минус D2 квадрат. Мы с вами эти суммы уже считали. Мы суммировали и распространяли до бесконечности. Остаток получался большой от 1r при умножении на то, что здесь все это попадало в остаточный член, который есть у большой r квадрат. А ряд распространенный до бесконечности – это единица делить на z от 2. Поэтому то, что здесь написано, что-то странное может получилось. Для того было знаменательным, да? Вычислительным. Очень технической формой для n со звездочкой. Потому что что-то получилось z1 в кубе знаменатель. Такого не должно получиться. Было значение z1 в знаменателе. Я что-то напомню. Потому что каждый здесь. Да, просто если оно будет в числителе, то там будет какая-то есть формула для количества точек, потому что иначе там будет какая-то величина, которая будет вот так, вот так, как тут написано. Там 3 делить на 3 квадрата получается. Это меньше, чем вся площадь, это хорошо. Может, это точно должно быть так ощутимо меньше. А если наоборот будет, там будет получаться больше, чем площадь, это не получится. Там вообще за году была? Пешного не было. Не было, да? А, где я написано? А, стоп, это просто не та формула, да, это не та формула, там вообще не нужно. Потому что это не та формула, которая... Значит, теперь все нормально. У нас получается при суммировании алгоритм единица плюс x, r квадрат алгоритм v, а знаменатель 2 z квадрат v. И остаточный член, который есть у большой r квадрат. Вот и все. Мы нашли с вами синтетическую формулу для n со звездочкой от r. Теперь, если мы хотим найти среднее количество статистик Гаусса-Кузьмина, то тот главный член, который получился, нужно поделить на количество точек, которые находятся в треугольнике. Количество точек мы с вами считали. Это обозначалось m от n, да? Количество точек, примитивных точек внутри треугольника у нас получалось каким? Если я правильно помню, то r квадрат на 2 и на z на 2. Да. Плюс остаток. Поэтому, если мы хотим посмотреть, как в среднем себя ведут статистики Гаусса-Кузьмина, то нужно то, что здесь написано, главный член, поделить на тот главный член, который есть для числа целых точек внутри треугольника. Если мы одно поделим на другое, сократится r квадрат, сократится двойка, сократится z от 2, и получится, что в среднем статистики Гаусса-Кузьмина ведут себя как логарифм единицы плюс x, логарифм r, и делить на z от 2. Где-то одну двойку я все-таки потерял. А, одна двойка у нас есть, потому что
Когда мы с вами писали формулу для статистики Гаусса-Кузьмина и связывали число решения уравнения, там появлялась двойка. Поэтому здесь будет еще одна двойка. Значит, что получается? Допустим, S, x равно 1. Получается, что среднее тогда статистики Гаусса-Кузьмина и просто равно точности длине цепной дроби. Получается, что средняя длина цепной дроби или средняя длина алгоритма Евклида есть два логарифма 2, делить на z от 2 и логарифм r. А в статистике Гаусса-Кузьмина средняя ведут себя вот пропорционально этому логарифму. Решили мы с вами задачу, давайте теперь немножко поговорим, какой толк нам знать эти статистики Гаусса-Кузьмина. Простой пример – это задачи, которые похожи на задачи о длине цепной дроби. Длина цепной дроби – длина алгоритма Евклида, поэтому можно применять это к другим задачам, связанным с алгоритмом Евклида. Вы знаете, что есть разные способы одно число поделить на другое. Если мы А делим на Б, то при стандартном делении предполагается, что остаток лежит в пределах от 0 до 0. Есть разные способы ускорить работу алгоритма Евклида. Например, остаток можно брать при меньшем уклонении. Второй способ поделить одно число на другое – это сделать так, чтобы остаток был от минус b пополам до b пополам. Такому алгоритму Евклида тоже будет соответствовать цепная дробь. Я не знаю русского названия цепной дроби, но по-английски она называется так, Center of Continuous Fraction. Спрашивается, насколько такой алгоритм Евклида быстрее, чем тот алгоритм Евклида, к которому мы с вами привыкли, чем такой вот стандартный. Вот оказывается, что если мы обозначим через S длину работы алгоритма Евклида, применимого в паре чисел А и В, или то же самое, что длину вот этой вот центрированной цепной дроби, длина такой дроби, что эта величина, это есть точность и статистика Гаусса-Кузьмина, но когда в качестве x мы сюда поставляем число φ минус 1, где φ – это золотое сечение. Поэтому можно сразу сказать, насколько в среднем эта длина будет короче. Сюда вместо x надо поставить φ, и получается, что для стандартного алгоритма Евклида у нас здесь появляется алгоритм двойки, когда мы считаем среднюю длину. А для такого центрированного алгоритма Евклида вместо алгоритма двойки у нас получается алгоритм числа φ, который чуть меньше двойки, да? Относительно 68800. Это я вам тоже предлагаю подумать и решить в качестве задачи. Вторая задача. Первая задача была по целой точке в области. А теперь перейдем к более содержательному примеру. Хотя и здесь есть еще другие варианты алгоритма Евклида, которые точно так же можно свести к исследованию статистики Гаусса-Кузьмина. Сейчас мы с вами поговорим про числа Фрабениуса. Я уже говорил, что это такое. Если у нас есть набор чисел, которые в совокупности взаимопросты, мы можем рассматривать представление целых чисел вот такой вот линейной формы. Ну и понятно, наверное, более-менее, что рано или поздно любое натуральное число представим в таком виде
целыми неотрицательными коэффициентами x1, xn. И вот наибольшее m, которое нельзя представить, нельзя так представить. Обозначается через G. Тот пример, о котором я говорил в анонсе, школьная задача про 3- и 5-копеечные монеты. Не знаю, застали вы эти монеты или нет. Сталкивались когда-нибудь с такой задачей? Если нет, тогда давайте решим. У нее есть много разных решений. Если m можно написать в виде транспоза по y с целыми неотрицательными функциями, то значит, что m если мы возьмем остаток, давайте числа n. Если у нас есть такое представление числа n, тогда у нас by сравнимо с m модуль a. Пока это такое тривиальное замечание. И наоборот, если у нас число m, мы можем для числа m найти такое неотрицательное y, что by будет сравнимо с m по модулю a, тогда мы сможем подобрать неотрицательный x так, чтобы выполнялся это равенство. Другими словами, можно сказать следующее. Если у нас есть полная система вычетов по модулю А, и ТЛ это наименьшее неотрицательное число, что ts минус l по модулю a и оно представимо в виде by, то число Фрабиниуса g от b
теперь. Минус А. Как-то непонятно сказал. Непонятно. Давайте разберемся. Давайте еще раз. Предположим, что натуральное число мы можем представить в виде ax плюс by с неотрицательными коэффициентами x и y. Тогда для этого натурального числа мы можем решить такое вот сравнение, опять же, с неотрицательным y. Просто от этого равенства мы переходим к сравнению по модулю А. Наоборот, если у нас есть натуральное число m, для которого мы знаем неотрицательное y, которое удовлетворяет такого вот сравнения. Тогда... А почему мы не могли перескочить? То есть, как бы, там, перескочить через, допустим, такой y пойдет, только если мы перескочим через m на A, то тоже, ну, то есть, как бы, на что y равняется там нам плюс A. И тогда это вообще, это m минус А какая? Нет, n плюс А. Вообще будет плохо. Да, а меньше не находится. Как бы, то есть, я не поняла, как в это неравенство, а в это равенство мы спрячем по ограничению, что x тоже должно быть больше. Давайте еще раз. Значит, у нас есть натуральное число m, и для него мы подобрали y так, что выполняется вот это вот сравнение. Да? Давайте лучше нарисуем это стакату, чтобы я неправильно говорю. Давайте рассмотрим такую систему счастливых, когда мы каждое число записываем в виде ax плюс by. Y у нас меняется в пределах от 0 до a минус 1, а x это произвольное целое число. Каждое число мы будем, здесь у нас пусть будет y, здесь будет x. В каждой точке с координатами y, x мы будем ставить соответственную точку на плоскости. И в этой точке будет написано значение m. Например, здесь будет написано a плюс b. В этой точке, когда y равно единице, у нас будет просто написано b. Здесь точка А, до которой мы не доходим. Здесь точка с координатой А минус 1. Например, здесь написано число, если Y равно А минус 1, X равно Y, здесь написано число B на А минус 1. И так далее. Всю плоскость мы заполняем. Например, у этой точки что будет за число? Если Y равно единице, X равно минус 1, у нас здесь стоит число B минус А. Каждое число здесь будет, каждое целое число здесь будет представлено ровно по одному разу. Понятно почему? Давайте разберемся. Ну, да, понятно. Самое начало предположим. Потому что мы как раз можем то уравнение. Мы предполагаем, что А и Б взаимно простые, поэтому. Но поскольку А и Б взаимно простые, есть такая теорема, что мы можем выбрать, например, там коэффициенты x и y так, что там, ну просто какие-то целые, что x плюс b равно 1, а потом там помахав руками, да, это можно сделать этим y. Можно еще по-другому поступить. Можно сначала подобрать y так, чтобы было просто меньше разности. Давало по модулю А тот же самый остаток, что и число m. А потом, раз они дают один и тот же остаток при делении на m,
значит, это число, которое делится на а, и значит, оно представило в виде ax. Причем этот y можно выбрать ровно одним способом. И потом, после выбора этого y, у нас число имеет вид x, x тоже определяется однозначно. То есть все целые числа вот в этой полосе записаны ровно по одному разу. Где здесь числа, которые представлены в виде такого виде, с неотрицательными коэффициентами x, y, а где все остальные? Ну, просто по определению, просто, да? Просто, да, и все, которые находятся сверху, они представимы. А все, которые находятся снизу, они уже не представимы. Где наибольшее число среди всех тех, которые не предстают? Когда мы двигаемся вправо, у нас числа увеличиваются, да? Да. Когда мы двигаемся вправо, к числу прибавляется b. Если мы движемся вверх, число тоже увеличивается, к числу прибавляется a с увеличением x. Поэтому во всей этой полосе наибольшее число стоит в этой точке, которая на единичку, ну, которая самая верхняя и самая правая. Эта точка имеет координаты а минус 1 и минус 1. Если y это а минус 1, а x это минус 1, тогда у нас получается как раз число наибольшее непредставимое, это аб минус 1. Что я здесь хотел сказать? Давайте я теперь попробую объяснить, может быть, станет понятно. Значит, вот по каждой вертикальной прямой мы имеем дело с числами, которые при делении на а дают один и тот же остаток. Если мы меняем x, но y оставляем фиксированным, тогда по модулю А ничего не меняется. Если мы зафиксируем вычет по модулю А, назовем это число L, то у нас вот на этой вертикальной прямой есть первое представимое число. И первое представимое число мы обозначаем через ТЛ. Первое представимое оно будет иметь это число наименьшее вида BY. BY равно мы движемся по этой вертикальной прямой. Нам нужно первое число, которое сравнимо с данным числом по модулю А, с числом L. И это первое число, оно имеет вид читаем А, то спустившись на одну клетку вниз, мы получаем самое большое число, непредставимое, но сравнимое с данным остатком по модулю А. И вот здесь вот находятся все непредставимые. А, потом мы можем уже по ним максимизировать это как? Да. Это вот все непредставимые числа, и максимум по ним это есть число в минус. Ситуация усложняется, когда увеличивается количество переменных.
Задача решена для трех уровней, что с тобой можно выписать. Для четырех эта задача не решена. И сейчас мы с вами разберем решение задачи для трех аргументов. И поймем, как она связана с цепными дробями. Чему равно число фрагментов, у которого аргумент 3, 5, 10? У нас была семерка, когда у нас аргументы были 3 и 5, а теперь мы семерку добавили. 5 и 6 представим, значит, число Фрабениуса будет равно 4. Давайте вот теперь тройки чисел А, Б и С. Мы будем ставить соответствие ориентированный граф. Двухконтурная сеть будет называться. Граф устроен таким образом. Вот в нашем случае это будет 7 вершин. Мы их пронумеруем от 0 до 6. Пройти с шагом 5 – это все равно, что пройти шагом 2 в другую сторону. Это будут ребра второго типа. Длина ребра первого типа у нас будет равна. Длина ребер второго типа, синих стрелочек, будет равна 5. Хотя тут можно, конечно, любые веса этим ребрам приписывать. Длина – это время, которое требуется для того, чтобы пройти по ребрам. И давайте представим, что в нулевой момент времени, вот в этой нулевой вершине, это такой компьютер, который получил какую-то информацию, и он хочет эту информацию со всеми остальными поделиться. Он начинает ее высылать по всем доступным ему каналам. Что будет происходить? Ну, например, через 3 секунды информация достигнет вершины с номером 3. Через 5 секунд она пойдет в вершину с номером 5. На 6 секунде она пойдет еще в вершину с номером 6. Дальше уже непонятно. Я буду все. Вершину с номером 6.
дальше какое время, которое приводит к новой решению. Через 8 секунд, да? Через 8 секунд мы попадаем в вершину. Чтобы понять, какой новый вершину, нужно от времени взять остаток по модулю А. Поскольку у нас как раз все так устроено, что за 3 секунды мы сдвигаемся на 3 вершины, за 5 секунд мы сдвигаемся на 5 вершин. Поэтому на 8 секунде мы попадем в вершину с номером 1. И здесь я буду рисовать умирающий. Что для любого графа такого типа диаграмма, которая будет получаться, она имеет L-образную форму. L-образная — это значит, что она имеет форму прямоугольника, из которого выброшен правый верхний угол. То есть она устроена себя достаточно просто. Где здесь на этой диаграмме число Фрабениус? Давайте выясним. Точно так же, как в случае, когда у нас было две переменных, давайте отдельно смотреть на те числа, которые представимы и которые сравнимы с каким-то данным числом. Мы с вами разделяем все линейные комбинации bx, cy и za, которые отдельно рассматриваем те, которые дают фиксированный остаток по модулю А. В терминах этой диаграммы это означает, что мы отдельно смотрим на какую-то вершину. Все рассматриваем по модулю А. Для каждой вершины у нас есть время, необходимо для того, чтобы до этой вершины дойти. Например, если мы смотрим на числа, которые сравнимы с четверкой по модулю 7, то наименьшее такое число, которое мы можем представить в виде
комбинации bx и cy и отрицательный коэффициент, то это как раз число 11. И после того, как вот здесь вот мы первый раз получили все остатки отделения на k. Это означает, что все эти числа, они представимы и вот такой вот линейной формы, да? Нужно в этой штуке взять наибольшее число и вычесть 7. Да. Наибольшее будет то на диагонали, которая управляет. Давайте, значит, поймем, что здесь число Фрабениуса. Значит, здесь выписаны числа, все представимы, да? И они нам дают полную систему вычетов по модулю А. Это означает, что дальше за каждым этим числом, если мы будем идти с шагом k, мы будем получать представимые числа. И таким образом, как найти наибольшее непредставимое? Это наибольшее непредставимое имеет какой-то остаток отделения на А. И если оно... Если вот это вот первое представимое, то если мы вычтем А, то мы получим наибольшее непредставимое, которое сравнимо с тем же самым числом по модулю А. Почему именно А? Почему вы можете сказать, что должно быть 2 или 3? Ну, тогда было меньшее представимое. Ну, в этом квадратике все числа наименьшие данные остатки, данные остатки, которые можно представить. Поменьше нам нельзя. Значит, TL – это минимальное число вида BX плюс CY с X, Y неотрицательным. И такое, что BX плюс CY сравнено с этим модулем А. Мы имеем право вести такой. Это значит, термин нашей диаграммы что означает? Вот мы зафиксировали какой-то остаток отделения на А, и мы смотрим время достижения, этот остаток L, и мы смотрим время достижения вершины с номером L. Да? Это как раз первый момент времени, когда мы попадем в эту вершину. Согласны, да? Если в этот момент времени TL мы в нашу вершину попали, то значит число TL у нас представимо, да, в таком виде. TL представимо. Оно даже представимо просто в виде BX плюс CY. Почему TL минус A не представимо? Если бы оно было представимо, тогда мы бы в вершину попали бы не во время TL, а во время TL минус. Значит, максимальное число в этой диаграмме – это диаметр графа. Да? Диаметр графа – это наибольшее число, необходимое для того, чтобы соединить путем все вершины. И поскольку у нас время растет при движении вправо и при движении вверх, то диаметр графа он стоит в одной из этих двух клеточек. Мы еще не доказали то, что диаграмма имеет такую форму. Давайте предположим, что мы знаем, что она L-образная. Значит, диаметр графа стоит в одной из этих двух клеточек, а число Фрабениуса оно на А меньше, чем диаметр графа. Значит, число Фрабениуса есть диаметр нашего графа минус А. И таким образом, чтобы найти число Фрабениуса, нам нужно понять, как устроена эта диаграмма. Какие координаты вот у этих точек.
Этот процесс заполнения плоскости можем продолжить неограниченно. Здесь, допустим, будет 12, 15 и так далее. Здесь мы идем шагом 3, 14, 17 и так далее. Здесь мы снова будем брать остатки отделения на 7. И эти остатки будут периодически повторяться. Когда две точки имеют одно и то же число внутри, две клетки имеют одно и то же число внутри. Здесь у нас стоит время. Которое получается взятие остатка отделения на А времени. Эти два номера будут одинаковые, тогда и только тогда, когда времена сравнимы по модулю А. В какой-то момент времени мы пытались пойти в эту клетку,
Но в эту клетку мы нашу диаграмму не включили. А если мы в клетку не включили диаграмму, то это означает, что то число, которое здесь написано, номер вершины, уже внутри этой диаграммы есть, но в этой вершине уже побывает. То есть мы предполагаем, как будет карта x, y не принадлежит нашей диаграмме, но шагнув один раз влево, от x минус 1 y, мы получаем клетку, которая принадлежит нашей диаграмме. Значит, принадлежащая должна быть в самом левом столбике. Правильно. Из этого следует, то есть первый слой, что число n от x, y стоит в первом столбце. Потому что если бы оно встретилось где-то внутри, это число то же самое, да, тогда то число, которое стоит левее, оно было бы тем же самым числом, которое стоит левее, да. Тогда получилось... более левое уже тоже бы встречалось. Да, тогда получилось противоречие с тем, что вот это число оно первый раз встретилось. Аналогично, если мы попробуем выйти вверх за пределы нашей диаграммы, если у нас есть какая-то клетка k от x, y, которая не лежит в этой диаграмме, но предыдущая клетка, предыдущая в смысле клетка с координатами x, y, минус 1, она уже лежит в нашей диаграмме. Тогда число, которое тут стоит, оно должно встретиться в нижней строке. Что мы теперь можем сказать про число, которое стоит вот такой вот в угловой клетке? И в первом столбце. А это у нас число 0. Если клетка k от x, y у нас не лежит в диаграмме, но предыдущие две клетки k от x минус 1, y и k от x, y минус 1 в нашей диаграмме лежат, то значит это число n от x, y встретилось в первом столбце и в первой строке. Значит, оно равно нулю. Как из этого сделать вывод, то, что такая клетка может быть только одна? Правила выполнения диаграммы, там должны встречаться только разные
числа. Если такая клетка ровно одна, действительно, диаграмма может иметь только вот такое отверстие. Поймем рисую картинку. Несколько диаграмм, по которым начинаю замощать эту плоскость. Здесь есть несколько характерных векторов. Допустим, как мы эту точку назовем. Вот, например, вектор АР. Он соединяет одни и те же точки. Вот если мы на эти две нижние диаграммы посмотрим, то он соединяет правые и нижние уголки здесь. Вектор, который соединяет одинаковые точки, это должен быть вектор решетки. Какими свойствами этот вектор решетки обладает? Это вот мы идем по нижнему краю диаграммы, заполняем ее, заполняем, а потом объясняется, что мы не можем к нашей диаграмме присоединить следующую клетку. Это значит, что вектор АФ является кратчайшим вектором решетки в каком-то смысле. Сейчас мы разберемся. Допустим, этот вектор АФ. И значит, x1 это не меньшее натуральное число. Для которого? Сейчас у вектора АФ это будет x1 минус y1 координаты. Да, спасибо. Он у нас смотрит вниз. x1 это наименьшее натуральное число, для которого найдется y1, больше либо равное 0, да? Такое что? x1 минус y1. Это вектор нашей решетки лямбда, или что то же самое, что значение вот в этой клетке будет тем же самым, что значение в клетке x1 0, это то же самое, что значение в клетке 0 y1. И
Что означает, что вот эта точка уже присоединена к диаграмме? Это значит, что мы туда попали в момент времени 2y-1, который был раньше, который был меньше, чем момент времени x1-0. То есть сейчас мы нашу задачу по вычислению сторон этой диаграммы переформулируем в терминах какой-то решетки. То есть мы ищем вектор нашей решетки с неотрицательными x1 и y1, который удовлетворяет какому-то линейному неравенству. То есть мы сейчас с вами получим линейную задачу для решетки. Давайте посмотрим теперь на вектор BG, который соединяет вот эти вот уголки. Теперь мы движемся вверх по первому столбцу. И снова у нас наступает момент, когда очередное число мы не можем добавить. Давайте координаты вектора BG мы обозначим как x2 минус y2. И какими свойствами эти координаты обладают? Мы движемся вверх, это точка 2y2, это точка x2. y2 это наименьшая натуральная, для которого x2 больше не равное нулю, такое, что вектор x2 минус y2 является вектором решетки, и вот эту точку мы добавили раньше. Это означает, что время, в которое мы в эту точку попали, x2 0 меньше, чем время, когда мы попали в точку с координатами y2 0. Там, правда, есть еще такой случай, когда мы одновременно можем добавить несколько точек в диаграмму. Нужно как-то условиться. Допустим, мы, если одновременно можем добавить две каких-то точки, то будем выбирать ту, у которых координаты y-координаты меньше. И тогда всякая неоднозначность пропадает, и если равенство выполнено, тогда мы добавляем нижнюю точку. Вот это x2,0 это как раз нижняя точка, поэтому... 0,2. Да, 0,2. Знак равенства нужен для тех случаев, когда возникает неоднозначность. И в случае неоднозначности мы берем как раз нижнюю точку. Какими условиями характеризуется вектор по D? Допустим, вектор с координатами x0 и y0. Точка D в нашей диаграмме не лежит, да? Но в этой точке D у нас здесь стоит 0.
То есть этот вектор должен принадлежать нашей решетке лямбда. И эта точка D — это первая точка из всех нулевых точек, которые мы с вами в диаграмму не включим. Это означает, что если мы рассмотрим все моменты времени, когда мы попадаем в нулевую вершину, то первый момент времени — это как раз время, необходимое для того, чтобы достичь точку x в y. Ну и к чему свелась наша задача? Нам нужно нарисовать решетку лямбда, состоящую из точек, для которых в x плюс среднее равно установим по модулю А. Я сразу нарисую не всю решетку, а только парус, то есть линейную оболочку точек первой координатной четверти и второй координатной четверти. Давайте поймем, допустим, где на этой диаграмме, где на этом рисунке будет точка D. Значит, мы знаем, что парус каким-то образом описывается в терминах цепной дроби. Где на этой диаграмме будет точка D? На той диаграмме, на которой нарисован парус. Как устроены те точки на плоскости, для которых время постоянно. Это прямые, которые параллельны такой вот прямой, если мы отложим на оси x. Если y равен нулю, допустим, можно взять x. То есть здесь c, здесь b. Это прямые, которые параллельны такой вот прямой. Поэтому все остальные прямые, для которых время постоянно, это прямые параллельны вот такого вот отрезка. И получается, если мы хотим найти точку d, которая лежит в нашей решетке, это нетривиальная точка, отличная от начала координат. Нужно провести опорную прямую. Да, мы эту прямую двигаем так до тех пор, пока она не встретит на своем пути точку решетки. Ну, понятно, что это будет точка, которая лежит в парусу, да? Принадлежит парусу, потому что все остальные точки внутри, они находятся за ним. То есть получилось, что точку D, чтобы ее найти, нужно решить какую-то задачу по цепной дроби. Сейчас мы ее решить уже не сможем, даже сформулировать. Ответ не успею, но, по крайней мере, понятно, что тут вступает в игру этот парус. Давайте тогда на этом покончим, как раз время подошло к концу. Спасибо за внимание и, пожалуйста, задавайте вопросы.